четверг. В основном все закрыто, но что-то работает. Все кафе, конечно же, закрыты, магазины тоже. Но магазины продуктов работают. Так, работает. Кофейня. В открытом доступе. Красиво здесь, несмотря на то, что такая паника немного городская, все равно. Тёма, снимаю тебе московские улицы. Видишь, высотка. Солнце вышло. Солнца же никогда нет. Короче, я уже в этом месте второй раз за день. Вот пробки. Все ездят. Так что так. И магазины тоже. Ну, магазины продуктов работают. Не знаю, что делать, ребят. Еще не начался этот карантин. Вот этот серьезный, когда все закрыли, сидим дома. Я уже быстрее хочу, чтобы он начался, потому что я вообще не знаю, что ждать, что будет дальше. Хочу быстрее это время пережить и начать новую жизнь. 2020 год все-таки, но... Сушу белье, не буду показывать. Вот и здесь цветет. Красота. Красота. Я не могу сидеть дома, потому что я набираю вес. Хоть я и занимаюсь спортом дома, но я не могу все равно. Сегодня много людей на улице. Я ходил за продуктами. Прям много людей. Станция метро. Кое-что закрыто, мало что открыто. Яиц в магазине, точнее, они есть, но подорожали в два раза. Яйца. Иду в Таргет.
У нас дождь. Вот в такой период можно разглядеть дома красивые. Все очень серьезно, даже какие-то наклейки. Вот можно стоять только вот так. Один. Social distancing. Социальная дистанция, друзья. Там. Сидеть дома надо, сказано было. Здесь так все закрыто. Как бы люди ходят. Вот у нас открытый 7-Eleven. Это закрыто. Русский магазин закрыт. Это просто жесть. Стекло сломано. Заднее. Никого. За едой.